в этом году практически в 3 раза выросло количество выданных агрономпаспортов за первые полгода, по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это связано с тем, что граждане последние 2 года не получали загранпаспорта, желания у них такого не было, связано было с кризисом, с тем, что Турция и Египет были закрыты для граждан Российской Федерации, поэтому люди не получали. И сейчас всем срочно понадобился загранпаспорт, причем он понадобился не зимой, а понадобился в июне, в июле и в августе, когда люди собрались в отпуск. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».